Волгоградские казаки получили благодарность от Крыма. Представителям общества станицы Пластунская вручили грамоты Совета министров Республики Крым. В мае наши земляки получили медали за защиту полуострова. Станичники помогали охранять порядок во время проведения референдума. Церемония награждения состоялась в символичном месте – на триумфальном зале музея-заповедника «Сталинградская битва». Сопровождали гуманитарный груз, патрулировали улицы Симферополя. Волгоградские казаки немногословны, когда речь заходит о командировке в Крым. Но, признаются, было непросто. Защищать мирных жителей станичники были готовы даже при условии отсутствия оружия. Как деды наши, как прадеды воевали и без оружия, и с оружием. И когда одна винтовка на троих была. Были же такие моменты у нас в Сталинграде. А мы как-никак дети этих, потомки, внуки. Я не мог остаться в стороне, как бы... У меня прошлое боевое такое. Я всегда поддерживал конституционный строй России в любых местах, как бы где Родина говорила. Напряженные и опасные ситуации в Крыму во время проведения референдума были, говорят казаки, но рассказывать о переживаниях отказываются. Они еще скорбят о товарище Руслане Казакове. Он погиб, закрывая телом сослуживца, когда попали под обстрел. Для этой командировки подбирали станичников с боевым опытом. Все поставленные задачи выполнены, скромно рапортуют они. А жители Крыма отнеслись к нашим казакам очень радушно. Дружелюбно. Отношения были хорошие, благодарные, там, даже да, продукты давали, питание. Ну, с дома приносили соленость. Там, да. Хорошие люди. Служу России, казачеству и вере православной. С такими словами станичники принимали благодарственные грамоты от Совета министров Республики Крым.